Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, и мы продолжаем дальше бродить по темным коридорам бытия. Такс. Нужно сходить опять к этому Эдгару. Посмотрим, что он нам скажет. Однако. Опачки, это кто такой? You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. Да ты что? You can't hide from the god. Уйди, господи. Leave him, Jonathan. This is sacred ground, neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Вот тебе путеньки. By the sacred soul, this is very bad news. Какие опять у тебя проблемы, братишка? Вечно ты весь в проблемах. Стой, по-моему, мне кажется, у тебя где-то есть письма из занычки новые, да? Всяко стучишь на меня втихушечку. Собираешь доки. Нет? Ну смотри, засранец. Я сейчас за тобой, как говорится, приглядываю. Так, окей. Напали. Когда успели? О как. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. Ну ладно. We must restore order and quickly. You mentioned the dead. Когда успели вообще напасть, не пойму. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Круто. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Однако жестяшку. Ну ладно, хрен с тобой, мы же помогу тебе. Да ладно. And this concerns you, is it involved vampires? Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge. I will not allow this place to become a nest for street feeders. Who's there? Tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. Был заражён. Hampton became more зашибись. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Do you really believe they would come for us here, in such a public venue? McCallum is a fanatic. The guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Okay. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Так. Шон Хэмптон. Это часом не тот, кто я думаю. По-моему, да. Был этот типчик. Где он тут? Вот, по-моему, он, да? Ага. Сидел здесь, притворялся немощным, засранец. Так, некоторым мне неизвестно, но тот район еще вроде как живой. Так, никаких новых смертей я тоже здесь особо не вижу. Кроме что головная боль у двоих. Вот здесь вообще шикарно все. Там все погибли. По-быстрому, по-братски. Состояние вообще никакое. Так, окей. Пойду сделаю эту хренотень от головной боли, а раздам, то эти опять будут умирать тут. Значит, мы тоже отправимся в доки. Почему бы и нет?
Так, средство от головной боли. Что это у нас такое? Старинный рецепт исследовать. Ух ты ж, ёкарный бабай. Простуда, анемия, пневмония, сепсис, мигрень, неврология. Так, мне такие две штуки надо. А, мне и так типа они были, да? Блин, не знал. Ну хорошо. Так, как там этих типов-то зовут? Доктор Торо и Куркуран. Доктор Торо и Куркуран. О, господи, такие имена жесть. Ну ладно, попробую найти этих засранцев. Так, это Гвинет. Гвинет Пелтроу. Воу, нифига себе, здесь кровище. Так, кстати, возможно, где-нибудь рядом с ним. Есть тот доктор, который мне нужен, да? Ракеш, нет, пусто. Вон они. Так, один здесь. Тихо, тихо. Стой. Стой, несчастный. Да. Где же несчастный? I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. I was afraid of such bad news. People, that's quite a list you ordered. This dreadful influenza, of course. Do you realize you could create a lethal poison? Is this not true of any? As long as... Понятно. Ну-ка, не дам событий, его спросим. I'm sure it was not your fault, Doctor. My fault? Oh, nothing. It's just... Понятно. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike for Dr. Да, давай рассказывай. Refuses to admit that your blood transfer. What Dr. Aykroyd really said is that you lack the conceit. Dr. Aykroyd. Понятно. I want to know about these. I know I may self, but you. Понятно. You have my support, Dr. Strick. Thank you, Doctor. Это еще есть какая-то подсказка, непонятно для чего. Goodbye, Dr. Strickland. Так, посмотрим, окреп ли он. I can't let Strickland put да. his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Эффект плацебо. Так. Я понял, где тот тип находится. Он это... Здесь, как всегда, снаружи бегает. Сейчас мы его найдем. Раскурочим парня. Леди Эшбери. Это все мило, здорово, но у меня же доктор. Где он? Я же видел, как он здесь ходил. Блин, наверное, куда-то опять ушел здесь. Там Ньютон гуляет. Я его видел. Куда он делся? Курочник. А? Как у них шинцы. Давно я увидел здесь. Сейчас уже нету. Еще надо будет за кровавым следом пойти. Так, вон. Ну, где-то там. Такс. Старые знакомые места. Зайти внутрь нельзя, да? Угу. Типа проследить за кем-то. Приличный крюк сделал, однако. Чтоб найти этого доктора. В итоге, в принципе, я его не нашел. Посмотрим, мог зайти где-нибудь здесь. Вон он. Может, ты где гуляешь со своей головной болью? Конечно, держи. Ну-ка, есть что-нибудь новое? Нет, ничего. Так. Окей, надо будет еще раз смотреть это. Может, он бабульку съел? Она же тут как тут. Ну, рассказывай. Дикий скаль.
трапезу. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the scowl, I brought him. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent. I'm always here for you, Jonathan. What do you know? Да, кстати, чувак же со мной разговаривал. Threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man, huge in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Легко сказать. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Интересно. Is this a sign? I don't have the answers, Jonathan. Okay. Aren't you? Very little scares me, my dear. Okay. Have you embraced this woman, like the other patient, this mistress? Her name was Amelia. And no, I did not kill her. I Is there sufficient vitality? Yes, Jonathan. The hunger gnaws at me every waking hour. Oh, God. Temptation surrounds us. Over the years, any pleasure I once gleaned from feed. Да ты что? Понятно. Тут у нее морда резко изменилась. Только я закончил с ней разговор, так нахмурилась. Здоров. Миссис Джонс в ее палате сбежал. Did you see Sean Hampton leave? I think I saw a silhouette exiting the hospital. Понятно. То есть, в принципе, стопудово никто не видел. Goodbye. Понятно. Ты сейчас сумасшедшая ушла. Посмотрим. Да, это бабулю. Решили сгрызть немного. Обалдеть. Ну ладно. Опачки. Доктор что-то кочевряжется. Надо за ним проследить. Просто я знаю, что так подсвечивается только те, когда можно посмотреть, что они пытаются скрыть. Наверное, опять сейчас в этот зайдет. Туда наверх. А, вот в эти ворота. А, я теперь понял, для чего это строительные, да, леса были. Окей. Сейчас, братан, погоди, я вспомню, как там выйти. Где-то был здесь выход. Так. Теперь бы не запутаться в какой части. Вот здесь, по-моему. Да. Вот она. Что он делает, не пойму. Он колется чем-то? Что это за хрень? Точно колется чем-то. That is better. That is better. I will make it through one more night. О, как. Нарколыга. Что-то себе колет.
Так, пойдем посмотрим, что именно. Текс. КДИН. Должен где-то здесь быть есть. Да, у меня есть интересные новости. Что ты делаешь? We have no idea how long the epidemic will last. We can't let it win. Да ты что? It's only a matter of time before other people discover it. And it could cost you your job. Usually I am a very cautious man, Dr. Reed. But I am not afraid to lose my position. I just want to continue to help as much as I can. Да ты что? Ну ладно. Goodbye, Dr. Tippett. Понятно. Окей, ребят, погнали в доки. Сейчас я выйду на улицу, посмотрю по карте, в какую сторону мне нужно будет повернуть. Ошибаюсь. А, вот, в принципе, он меня ведет, да, сейчас налево. И, собственно, там потихонечку тудым-сюдым. Пройдем, наверное, через доки, так ближе, быстрее. В прошлый раз я попытался пойти вдоль улицы, и это было очень долго, нудно. Здорово, мужик. Воу, полегче, парень. Не шуми. Давай ты немножечко умрешь, все будет хорошо. Тихо-тихо, парень. Готов. Неплохо. Неплохое умение делать воньку под ногами. Она, конечно, жрет. Единственный минус — крови очень много, но в целом неплохо. Неплохо. Ух ты. Иди сюда. Братишка. Да успокойся ты, братан. Блин, кто-нибудь из вас немножечко хоть попытается не сдохнуть с моего удара, а? Вот это кровь не смогу выпить. Чё такие все задохлики? Вот, наконец-то. Я думал, уже это никогда не произойдет. Упс. Опаньки. Вылип, очкарик. Тише, братан, не шуми. Вот, попал. Так. Говнюк прячется там, да, и не хочет сюда подходить. Несчастный. Так, хильнемся маленечко. Так, у нас здесь где-то валяются их чемоданы. Сейчас мы их шмонаем маленько. Здесь турпак валяется. Это не я сделал. Это точно. Так, где я? Угу. Все верно. Это переход на территорию туда. Теперь начинается территория локации порт. Sorry, sir. No admittance.
stop right now. Прикол. Появилась возможность вроде как тпхнуться, но я все-таки не смог. Опаньки, в воздухе тебя. Ты тоже что ли стреляешь? Ну ладно, ты не шутишь. Что ж, я не против, братишка, иди сюда. Да, я маленько грызну тебя. Не будь жадобой. Так, отлично. Странные тоже доходяги попались. Вроде приличным уровнем, но что-то какие-то вообще задохлики. Так, чемоданчик. А, ну-ка убери свой чемоданчик, да? Так, кровяшка. Свежие следы крови. Хм. Так, бродячий скаль. Сюда несчастный. Вот так. Такой-то странный. Что это с тобой? Ведешь себя очень странно. О, сбагуил парня. Сюда. Укусил меня. Теперь я тебя укушу. Разок другой. Такс. Нет, это маленькочка не та кровь. Просто скали здесь тусуют. Хм. Мне нужно вот там близенько, но не здесь. Какая устойчивость, иди сюда. Получи в дыню. И не выделывайся. Вот так. По-моему, мне не сюда. Сейчас с картой сверимся. Так, попробуем перейти по другому принципу. Здесь где-то был проход. Вот врата. Тяжелое состояние. Да уж. Ну-ка, может, этот чувак мне расскажет. Здорово, братишка. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where? Да, где он? The sad saint. I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the youth. Goodbye, Miss Cox. Понятно. Так, смотрю, в этот район тоже загнивает потихонечку. Действительно. Что же мне надо? Хм. Goodbye. Так, какой-то Том Уотсон. Что это с ней? Опачки. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. I'm a tracker of these creatures. Hmm. Vampire hunter. You best be off to your hunting then, for if the sewer dog is back. And hunting all these poor folk, he needs to catch him. Интересно. Вот он, Том Уотсон. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, night time, claiming innocence, then vanishes. Teeth, claws, murders by night. Your sewer dog is my business. He's the kind of prey I hunt, my lady. Да ты что? Good evening, sir.
Have you witnessed? And what do you define as a stranger? My name is Ichabod Throgmorton. Странно, ты профессиональный охотник на вампиров, если меня не распознал. I know what you're thinking. I'm just another lunatic. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. A man of science. I'm looking for Sean Hampton. A sad saint. He should be. Really? It's nothing personal, Doctor. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. Понятно. I could make you tell me, but I'm... All I will say is this. Gossip. Have you heard of the... Of course. They're dedicated hunters. A little. Were you ever tempted? I did think about it, but I'm more of... So you hunt alone? Vampires are just like... Понятно. Ладно, покидывай несчастный. Тут все массово больные. Good evening, Tom. Good evening, sir. You remember? Of course I do. You're right. Thank you. I'm still Tom Watts. Welcome back. Так, ну-ка расскажи-ка мне. Find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? The important thing is I find him quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Мне кажется, он там, наверное, уже деграднул монстра по-любому. Go north when you reach the end of the pier. I believe he. Oh, I bet you please. Well, I don't like... Ладно, чел, давай посмотрим, может, я тебе могу чем-то помочь. Извини, брата, нету. Frankly, some germs. Goodbye, Mr. Watts. Так, да, братишка, уж извини. Ничем не могу помочь, у меня нет этих штучек. Так. Блин, что-то они все есть масса какие-то больные. Жесть. Какая-то у них мания простудиться и подохнуть по-быренькому. Такс. Стражи есть. Странно, почему стражник тупо смотрел, как он кушает. А теперь они массово бьют меня вместе. Ну ладно, им же хуже. Иди сюда. Упс. Попался, говнюшенцы. Блин, реально странно. Они стояли и втыкали на то, как огромный монстр жрет. Причем их, по-моему, собраться, судя по одежде. Странные типы. Да уж. Так, крысяшки. Кстати, о крысяшках. Сейчас я себя излечу и маленечко восполню запасы крови. Еще разочек. Уп. Своего рода такой, да, это бич-пакет. Крыса в качестве бич-пакета. Так, где вход в это дерьмо? Где-то есть, вижу. Кровь. Типы стоят. Большой чувак. Иди сюда, несчастный. Тихо-тихо, братишка. Нет, я не хочу его убивать, хочу выпить. В этом-то весь прикол.
Бить его можно всегда. Вот. Отлично. Что, он доумничался? Доходяга. Теперь ты точно умрешь от укуса. Попортили мне пальтишко, гады. Чудовище мы тащили легко, наверное, сказано мягко, да? Мигающий скаль. Блин, фигово. А походу будет большой экшонь впереди. Такс. Сек. Что-то я запутался, пока в этом режиме обзора был. С этим зрением пока бегал, запутался. Так. Ага. Вот какой вариант. Обхода. Или нет? Конечно, в ту часть попасть. Можно и так, в принципе, как я сейчас иду. Причем даже можно миновать борьбу с этими стражниками. Сразу раскурочить этих несчастных. Неплохо. Спокойно, спокойно. Ты обязательно умрешь. Как и ты, кстати. Оп, готов. Да выделывался. Да выёживался. Со своими прыжками. Капец, они тут шумят. Там типы дерутся со скалями. Так, ладно, пусть сами парятся. Пойду в обход. Такс. Пойдем поверху. Кто там веселые дядьки стоят. Неохота с ними драться. Пока что мне. Тякс. В принципе. Все верно. Все нужно приземлиться вниз. Лешка. Ну-ка. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Good evening, sir. Have we met? No. But I just need to look. That's quite judgment. Sir, I've led enough strikes when I. Да ты что, забастовки организовала она. What is it you want? Does he owe you money? Has he Какая агрессивная. You speak of strikes and. You bet I am. Well, I... Isn't the whole point of trading? A few nights back, I lost the money my companion. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count them. You lost your job because those bastards really hate a worker. Нет. Ты их пропила сама. А говоришь на, о том, что типа мы же какие-то там увидели, ты украли. Нет, скорее всего, ты бухала, наверное, жестко. Нужна мне твоя тайна. Мистер Хэмптон must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. He was a patient of mine at the Pembroke Hospital. I see. Well, Mr. Hampton is. По-любому. What can you maybe. You really no.
Мистер Хэмптонс Найт Асайлем is our new... What can you... It's just... Okay. Goodbye, Miss. Мне кажется, или на полу похоже что-то на кровь. Хм. Я бы мог их выпить, только нафига. Хотя, с другой стороны, нужно посмотреть состояние района. В принципе, еще более-менее. Тут есть типы, которых я точно не выпью, поэтому... Если я потороплюсь, они просто все подохнут. Так, я где-то поставил, походу, отметку. Да. Смотришь, ты что-то как-то странно. А вот и он. Шон Хэмптон. Странно, он не похож на монстр. А, нет, все похож, вижу. Глаза. Хм. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always да see it, что? But he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Да ты что? Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? Ну, может, с того, что вы немножечко стали монстром, поэтому. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke. Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. But you were close to her. Of course. But she was lost. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Hmm. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well... I surrender myself to your judgment. Интересно. Что это за канализация? Тикс. Шон Хэмптон. Найти вход в канализацию. Это еще та задачка. Однако. Таким как вы, мы здесь не рады. Шумелка. Маленькая противная шумелка. Так. Иди сюда, несчастный. Нужно было быть чуть бдительным. Тогда, возможно, ты был бы жив. This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should have guessed. Иди сюда, несчастный. Хорошо, хорошо, молодец, укрылся, укрылся. О, ты господи. Иди сюда. Хм. Вот и все твое подкрепление, братишка. Так. Теперь нужно найти этот несчастный вход. Мешок с деньгами. Там какое-то письмишко было. Интересно. Так, мусорка еще здесь есть, то есть маслом, порошок. Они охраняют вход в канализацию. Steady,
иди сюда. Иди сюда, несчастный. Упс. Накачка произошла. Да ладно тебе. Прям таки ты не видишь зла. Рассказывай мне. Готов. Хм. Вот так. Готов. Хм. Замочил несчастных. Ладненько. Окей, заходим внутрь. Надеюсь, там будет что-то более интересное, интригующее организм, чем обычно. Но кто знает, кто знает. Время покажет. Так. Отлично, я тут. Но действовать мы уже будем в следующей серии. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока.